Так, ну я расположился. Здесь у меня вот такой хот-дог. Куча этих. Газировка. На пауэрбанк-то заряжать, потому что разряжается. Есть все хорошо в этом, в зоопарке. Есть много лавочек. И они почти все пустые. Да потому что народу некогда с одной стороны сидеть. Все ходят, смотрят, глазеют. Опа! Натрелка. Вкусненько. Ладно, буду дальше кушать. Всем приятного аппетита и к слонам пойдем. Цыпа. А тут у нас курица-гриль обыкновенная. Курочка. Курица. Вот ты не живой, да? Так после живой, вот ты не живой. Против тюленей курица-гриль. Смотрите, как красиво. Курица-гриль. Пестрый фазан. Во. А для меня это все курица-гриль, да? Типа. Фазан сварено, курица-гриль. Ух ты. Вон они. Отираются. Типа. Типа. Ну-ка. Гуля. Ладно. Пойти дальше смотреть. Курица-гриль насмотрелся уже. Пойдем что-нибудь посущественнее посмотрим. Нет. А здесь у нас овцы-быки. Обитают. Среда обитания овцы-быка. Пожрать, поспать, полежать. Подумать и пожевать. В общем, то, что многие любят. Попали мы в период линьки овцы быков. Не знаю, шерсть у них теплая. Нет, шерсть у них должна быть теплая. Жвачная. Копытное животное. Вот смотри, маленький, а он большой. Здесь у нас находятся кустарниковые собаки. Все, они уже ушли. Собрались. Кстати, бубенцы висят. Грязи копаются. Слишком большие природные бубенцы. Тили-тили-тили. Грязнульки. Тут много. Собачки. Смотри. Вон, смотри, целый выводок. Шавка. Повторяйте. И везде посажены цветы. Цветы. Да вот он, красивый леопард. Леопардик. Да, сейчас я буду. Леопард. Здравствуй. Довольно крупный. Самец. Я его вижу. Красивый кот. Дома такого держать. Видишь пятнышко? Это леопард.
Это у нас рысь. Такая крупная, большая рысь. Я уже живую вижу. Я, конечно, видел все по фильмам, да везде рыси, но очень крупная кошка. Она очень преданная. Пойдемте тогда попробуем поискать геопарда. Гули, вот моя рука, я рысь. Ее ничего не отвлекает. Хорошо. Знаете, довольно крупная такая рысь. Дома держать. Любую собаку. Большая. Красота. Место обитания вымывается. Вот смотри, лапку моет. Смотри, там большой, да? Нажмем такого дома? После рыси смотрим доходных. Так это эти северные олени. Что-то они какие-то доходные. Видна такая разновидность, то здесь уже среда у них обитания. Доходные. А здесь у нас домашний як. Сейчас он обедает. Какой лохматый. О, копыта свой. Тут вкусно пахнет коровьими ароматами. Ну, достаточно нормально. Кстати, коровой пахнет. Живет здесь то же самое, что и корова. Один в один даже. Да. Корова. Че ты, ползи сюда давай. Ползи. Все, пошел по своим местам обитания. Как красиво сделано. У него загон. Близко подошла. Молодец. Там еще один як. Это у нас еноты. Енотовидные собаки. Многие держат енотов, они, конечно же, не поседы. А, играют, разбираются. Делят. Мама, а у этого хвост обыкновенная сопля, что-то точится, что-то нашло и есть. Ну все, сыночка, сгоняем в туалет. Кстати, здесь туалеты бесплатные, без билетиков, без заплаты. Здесь второй ярус, пойдем смотреть слоников. Кстати, сыночка в армии уже на слоников насмотрелся. Цапля смотрит внимательно на меня. А что ты на меня смотришь? Что ты на меня так смотришь? Я тебя не зажарю на себе. Журавли, цапли, кто как называет? Кто у вас только не обзывает? То вороны, то собаки. Все-таки вы цапля. Видно же по ногам, что цапля. Тоже птичка. Не знаю, что за птица. Да, она есть. Я заметил, что этих птиц, вот я не успел дойти, не очень такие любознательные. Игрушки, много различных шариков, резиновых, кругов. Это какие-то умные птички-то. Это умная птица. Что-то делают. Морские котики. Нежатся. Нет, там вот смотри. Самое ближайшее это вот здесь. Вон там вот еще где-то. Тут лично, смотри. Ох ты, нежатся, балдеют. Балдеют. Голодежка. Смотри, он
Балдеть. Когда он просил. Это да. Вот такая среда обитания у них. А вот смотри, лев, смотри. Это убьет. Не, мне кажется, хотя непонятно. Поели фоткать спрятаться. А здесь, по-моему, у нас ножи. Плавает он как бочка. Ну, вообще плавает боком. Как бревно какое-то. Вот какой большой, да? Да, лежит такой. Большой. Все, добрался. Добрался я. Вижу слонопотамов. Пойдем дальше, слонов. Слонопотамы. Соня. Здорово. Здесь не знаю кто. Я знаю, где мы идем. Соня. Пойдемте смотреть, Соня. Соняры далеко. Какие-то небольшие соняры, или может мне отсюда кажется, что немного не это. Много-то здесь. Кстати, чем дольше я здесь нахожусь, тем очень больше народу. Действительно много. Надо до скорой отсюда топать. Слоняры у нас далеко, но я их максимально постараюсь поснимать. Конечно, народу много. Я здесь не один, как говорится, чтобы ходить везде с камерами снимать. Но все равно живую увидеть. На данный момент я вижу, что самец и самочка из слонов, но они не такие огромные, не такие гигантские. Они, скорее, совсем молодые слоны. А бивни нет, не вижу. Мне бы настоящего все-таки, не просто настоящего, а с бивнями огромного в 4 тонны слона увидеть. Ладно, посмотрим, что еще есть. Жуют. Ну, это обзор со второго этажа, где был я на первом. Играет. Давай маму. Морской заяц называется. Смотри, какие красивые курочки. Курицы. Обалдеть, вот красивые птички. Они как золото. Пойдем посиживать. А я иду, спускаясь вниз, хочу еще львов и тигров увидеть. Окружающая среда под стать природе обитания животных. Ну, не совсем, но все-таки. А здесь балтийский тюлень.
где-то здесь поклевал. Не видно. Но он есть. А здесь вышел я оттуда. Бобровые хатки вот такие. С террариума. Но бобров не видно. Это соболь. Мордочка у него была, ну, меньше. Я для Узика. Узик. Черненький. Ну, здесь есть. Вонючая у нас. Народов много. Мечта многих женщин — соболь и куница. Лучшие шутки. Все, что будешь смотреть или нет? Это. Пошли, Тамарь. Обитание лисы. Лис. Оливера не вижу. Мне нравится, смотрите, дальневосточный лесной кот. Где? Котейка. Котейка где-нибудь лежит. Отдыхает. Котик. Обычный кот. Короче, да. Мы когда тут в горнишу, вот это, вверху. И он этот тип такой в клетку бьется, такой. А это спит самое дорогое животное. Писец смотрит, как же ему надоели. Как же ему надоели вот эти все взгляды, все. Спи, отдыхай. Писец. А здесь царский павлин. И воробьи рядом. Сколько же они видят теле ежедневно? Посмотрел, куда идти, к белым медведям, туда, через вон тот мост. Короче, народу тьма, 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 тьмущая. Уже так находился, не знаю, наверное, пойду, не пойду, сейчас посмотрим. Камышовый котик. Сейчас его посмотрим. Спит. Слушайте, котик красавец. И большой. Большой красавец. Кух. Массивный такой. А здесь у нас находится шланг садовый. Обыкновенный. И самое прикольное, начал я снимать с фотоаппаратом, все начали останавливаться и глазеть на шланг. Хотя проходили мимо. Ну, ё-моё, стоит одному человеку остановиться и что-то пристально смотреть. Как инстинкт общий. Бегут все смотреть на шланг. Тот шланг-то. А, попрошайка сидит. Лапки скрестила. А как один сидит? Гули-гули-гули-гули. А макак. Скажи, сколько вас же много идиотов. Одна смотрит и сидит. Нет, сзади там вторая прячется. А вообще это у нас японский макак. Один, два. Ой, макака сидит. Макак. Спит, сидит. Чайки летают. Поднимаемся в гору. Здесь горные козли.
мост. Перехожу через мост. А здесь у нас город. Мост проходит через город, через проезжую часть. А нужно налево-направо смотреть. Здесь мы зашли с самого начала. Здесь у нас кенгуру. Маленький кенгуру. А здесь у нас речная выдра. Точнее, две. Они сами по себе очень красивые. Я видел живую у нас, кстати, в Сибири. Есть выдры. Сами по себе очень красивые. Грациозные. Животное. Красиво. Смотрелась? Залазь. Стой, не залазь. Потом еще придем. Еще. Здесь белый. Медведь. Ты скажешь, как это звучит, надоело. А он берлога его. Пойдем посмотрим еще А это среда обитания белого медведя. У него здесь оказывается вход, имитация он снега идет. И здесь вот этот нора. То есть вода, это чисто для одного, я так понял, белого медведя. А это орел. Настоящий, который изображен на монетах, на гербе одной страны из трех букв. Орел сам по себе красивый, птица живая. И не сильно большой, но гордая птица. Что, чудный, папа зайдет с мамой. Я хочу, купи мне худок. Еще есть еще смотри, какой. Вот там еще есть, не догадается, что за вопрос. Потом еще один фантик есть, я не знаю, поет или... Ползет сюда. Сюда пришел. Росомаха. Это росомаха называется. Он похож на лису. Угу. Маленький медведь. А это обыкновенные горные козли. Кстати, это не ругательное слово, это вид таких парнокопытных животных. Они для них камни специально сделали, чтобы они бегали, прыгали, скакали, в общем, по этим камням. А это зебры и жираф. Хоть и далеко, но здесь. А это таджикский горный козел. Среда обитания. Корды. Смотрите, какие рога.
массивный, мощный. Чего ты его волк отломал? А оружия нет? Отвалился. Потому что в боях. Дикие животные опасные. Так что лучше его не спать. Ты! А львицы, две львицы, они просто лежат на солнышке. Бурого медведя нет, бурый медведь, скорее всего, спал, спит. Отдыхают, дышат. Сниму сам вольер. Здесь вот такая вот защита стоит. И высота высокая. А там среда обитания. Удобно сделано вольер. Придумал до мелочей. Пусть отдыхает. Спят. И моя детка, ты спи. А что ты сейчас? Короче, все даже не шевелится. Не шевелится. Ну, вживую посмотреть. А много приятнее. Смотри, бегемот, видишь? Бегемот! Бегемот! Купается. Травку есть. Травка есть. Ням-ням-ням. Классный. Бегемот? Классный бегемот. Нормальный у тебя мусор. Я с ним принял. Одинокая, грустная лошадка. Лошадка. Такая красивая. Вороная называют. Лошади. Ты такая грустная. Мне бы побегать. Кто бы яблочко дал, но кормить нельзя. Кормить нельзя. Это... По-моему, это пони. Это уже взрослые. Да, это пони. Это пони. Я первый раз вижу пони. Мини-пони. Мини-лошадки. Это, по-моему, газели или антилопа. Газели жуют. Газели вообще параллельно жуют, да смотрят телевизор. На нас, мы на них. Но это обычная домашняя лошадь. Заводят. Наоборот, заводят. Андрюш, хватит, это же прямо. Гордый цар, горилла. Вышел здесь молодняк, зашел назад. Народу тьма. А она не, обалдеет. Горилла. Папка. Бедная горилла, как же здесь шумного. Бедная несчастная горилла. В общем, я все видел. Бедная несчастная. Сколько здесь шума. Ужас. Он ушел. Гордый горилл. Ладно. Я думаю завершать этот видеоролик.
такие фонтанчики, камни. Ну и народу много. Друг на друге все сидят. Красота. Вот и побывал, теперь буду выходить отсюда. В московском зоопарке. А тут? Як называется. Як. Як. Кормить не стоит. А как он видит? Морковка. Все, пробиваем себе дорогу и на выход. С вами был Санюля Красотуля. Всем вкусняшек-вкусняшек. Ну и отличного настроения. Все, дальше своими глазками. Немного присесть и отдыхать. Скорее устаешь от людей, чем от животных. Всем пока. Пока. Вон и выход. Ехит по-английски. Все, находился. Всем пока-пока.